потом. Идем дальше. Ну, а это, можно сказать, сердце моей студии. Судя по количеству пустых банок, скорее печень. Над чем работаешь? Можно послушать? А, тебе пока еще рано. Пока? Я вообще-то совершеннолетняя. Лиза, я написал для тебя песню, но она пока еще не готова. Завтра закончу, обещаю. Не обещай. Когда обещаешь, ничего не получается. Хорошо, не обещаю, что завтра закончу песню для тебя. Тогда еще не обещай мне, что завтра встретишь меня на вокзале. Я завтра на весь день еду в командировку. Клятвенно не обещаю. О, как раз я тебя встречу с новым музыкальным сопровождением. Надеюсь, это будет не панк-рок. Ну или хотя бы пиво захватить. Доброе утро. Это студия Эдуарда Серова. Да, вернее, Серова. Но если вы снимете мою студию на месяц, можете называть меня как угодно. Значит так, меня зовут Эрнест. Я планирую записать у вас свой альбом. Но предупреждаю сразу, на месяц вы меня не разведете. Я буду платить только за готовую песню. А сколько песен в альбоме? 10. Согласен. В каком жанре работаете? Что-то близкое к классике. Ну, почти. Татуировочки, татуировочки вкрапились синевой, как перст судьбы. Кому погончики, кому короночки, кому-то купола, кому кресты. Тебя что, трусы с балкона упали, а спускаться лень? Я обещал твоему папе съездить с ним завтра на рыбалку под Звенигород. Ты обещал завтра съездить купить мне диван под гостиную. Ну, за диваном съездим послезавтра, это же всего на один денек. Пашечка, я знаю ваш денек. Алло, Гугусик, у нас так здорово клюет, мы останемся еще на денек. А в итоге трехдневный перегар и явно покупная рыба. Олеся, еще неизвестно, что дольше, трехдневная рыбалка либо диван с тобой выбирать. Нет, нет, пожалуйста, если ты хочешь, я позвоню Сергеичу и все отменю. Нет, не надо. Если ты уже обещал, то папа, конечно, обидится. Да? Ну тогда придумай схему и скажи мне просто, что делать? Вам обязательно ехать с ночевкой? Можно куда-нибудь поближе? Или вас только за городом клюет? Олеся, в черте города вся рыбалка платная. Отлично. Езжайте на платник. Переплатите за рыбу, зато сэкономите на времени и водке. Не, ну в принципе можно. Но я не уверен, что Игорь Сергеевич согласится ехать на платник. Каша, я придумала. Теперь дело за тобой. Но завтра, вернее послезавтра, мы едем покупать диван. Ну что, придумали, как привлечь потенциальных клиентов? Конечно. Так точно, Валентин Арнольдович. Я лично занимался этим вопросом. Сева? Мы предлагаем снять интернет-ролик о нашем магазине и разместить его на сайте компании. Всеволод нашел человечка, мастер своего дела. Он его свадебный ролик монтировал. А что, классный ролик с этими эффектами. В общем, мы тут прикинули смету. Здесь в основном вот спецэффекты, ну, еще так по мелочи. Итак, 100 тысяч рублей. Ого. Приступайте. Валентин Арнольдович, хотел попросить вас отгул на пару дней. Нужно срочно помочь родственнику в Звенигороде. Отгул? А ролик? Так это... Идея одобрена, задача поставлена. Осталась чисто исполнительская работа. Новый век руководит меня, понимаете? Хорошо. Всеволод Борисович, да. А от вас я жду ролик. Хороший ролик. Да, разумеется. Наш посадобль на свиданке напротив строгих мусоров. Чуть-чуть добра, тепла и света на фоне лютых холодов. Браво! С первого дубля пишем следующую. Спроси у Коли, спроси у Паши, а мое место не у Параши. Это что, готовый вариант? Он же ни в одну ноту не попал. Точнее говоря, там нот меньше, чем он не попал. Сев, ну ты же слышишь, здесь уже ничем не спасти. Зато каждая записанная песня спасает мою финансовую ситуацию. О, понятно.
Студия «Халява Рекордс» работает на полную катушку. Ой-ой-ой-ой, кто бы о халяве говорил? Сам-то деньги собственной фирмы осваиваешь? Кстати, твой свадебный монтажер, ты уверен, что он все сделает нормально? Нормально. Тем более сценарий для ролика я сам написал. Ух, почему-то сейчас мне стало еще тревожнее. Чья бы собака лаяла, блатной звукач? Курить мы повернули. Звенигород в другой стороне. Во всяком случае, устроился. А мы едем в другое место. В какое? От Серпухов? Да нет, тут близко. Там рыбалка. Клев. Одна за одной. Надеюсь, это не платный питомник. А то рыбалка за деньги – это как любовь за деньги, только с рыбой. Да вы не переживайте, Игорь Сергеевич. Мы едем на практически девственный пруд, который еще не опошлен товарно-денежными отношениями. Ну, хорошо. Алло, Лиз, ты в поезде? Ну, извини, что плацкарт. Но я надеюсь, это не верхняя полка у туалета. Да ладно, у туалета? Слушай, ну, прости, не я билет брала. Да держи меня в курсе, ладно? Пока. Тань, ну ты же именно у туалета просила взять. За что тебе отдельная благодарность? Финальная часть соблазнения Эдика запущена. А, так это часть твоего плана? Да. Теперь Лиза в командировке, я живу у них. Мы с Эдиком целыми днями вдвоем. Я прошу его по-дружески помассировать мне поясницу. Он видит на мне кружевное нижнее белье. Остановись. Меня ты уже соблазнила. Впервые в столице мега-концерт всех звезд. Несравненная итальянская ванна, неповторимый киевский смеситель, экстравагантная поражительная китайская раковина и многие другие суперзвезды. Концерт состоится во дворце сантехники по адресу улица Складская, 36А, павильон номер 6. Спешите, количество билетов ограничено. Ну как, поняли задумку? Типа, у нас только звездный товар. Это я придумал. Такая, я извиняюсь, хрень. Такая хрень даже в 90-е хренью считалась. Вам прям вот прям так не понравилось? Мне ни одному. Вот, пожалуйста. Мы на полчаса его на нашем сайте повесили. И почитайте отзывы на форуме. Пожалуйста. Звезду такой ролик, звезду такой сайт-технику. Ах ты! Сейчас я ему отвечу. Малолетка, присевая. Все вот. Вы обещали мне хороший ролик. Я выделил вам хорошие деньги. Остается что? Снять хороший ролик. Хорошо, что вы меня поняли. Работайте. Здравствуйте. Приветствую вас в нашем... Здрасте, здрасте. Я в курсе, где вы меня приветствуете, однако мой тесть не в курсе, что он находится на платном питомнике. Давайте так. Я заплачу вам вдвойне, а вы поддержите иллюзию того, что этот достойный муж находится на пруду бесплатно. Понял. Угу. Тогда приветствую вас в нашем бесплатном питомнике. Кстати, расценки на аренду бесплатных снастей. Познакомимся? Вы знаете, у нас все свое. Угу. Спасибо. Скажите, а кто здесь водится? Форель, карп, карась, сом, белый амур. В общем, удачного гарантированного улова. Спасибо. Это кто был? Это рыбак. Червей попросил. А заодно я узнал, кто здесь водится. А что тут знать-то? Тут щуки полно. Нет здесь щуки. Что? Ну, мне так кажется. Паша, ты еще в ползунке рыбачил, когда я в Забайкале само по 100 кило тягал. Точно щука есть? Почему? Потому что коряга плюс железная щука. Да? Да. А вот мне мой рыбацкий опыт подсказывает, что здесь водится карп, карась, сом и белый амур. Белый амур в наших краях. Ты еще на форель порыбачь. Белый амур. А сизый на допросах был упрям. И сизый полетел по лагерям.
Записано. Ваш альбом готов. Поздравляю. Благодарю, Эдуард. У нас с вами альбом за 2 дня записать получилось. Так быстро, разве что военго работает. Поверьте, это только ваш профессионализм. Благодарю. А знаете что? Я решил разместить рекламу вашей студии на обложке моего альбома. Да. Пусть все знают, какой вы мастер, какая у вас замечательная студия. Да что вы, не стоит. Стоит. А если меня номинируют на шансон года, то я вас прямо со сцены поблагодарю. Это точно не надо. Мне слава не нужна. Знаете что, давайте я еще немного поколдую над вашим альбомом. Вдруг к Евровидению. Евровидение-то. Алло, здорово. Слушай, мне надо, чтобы ты переделал ролик. Как? Ну, чтобы он не был как из 90-х. Сколько это платить? Слышь, за такие деньги я сам буду ходить в качестве живой рекламы с унитазом на голове. Здрасте, федеральный проект «Стоп-хам» — это ваша машина? Моя, а чё? Перепаркуйте, она мешает движению. Ребят, слышите, я вашему движению не мешаю. Понял? И вообще не до вас. Тогда мы наклеим вам вот такую наклейку. Я тебя налопаю сейчас, наклею. Отлично. Тогда это увидят миллионы людей в интернете. У-у-у, миллионы. Да уж прям уж миллионы. А вы не в курсе? Каждый день наши ролики набирают больше 1 000 000 просмотров. Машину уберете? Нет! Потому что я везу людям недорогую, но очень качественную сантехнику. Посмотрите сами. При чем тут ваша сантехника? Вы машину уберете или нет? Уверяю вас, это лучший Сан-Флоянс, который вы можете приобрести по адресу улица Складская, 36А. Складская, 36А. Приезжайте и убедитесь сами. Сумасшедший какой-то клей. Тут, подождите, что вы клеите? Вы же можете нарушить обзор, я попаду в аварию, и тогда кто-нибудь не получит эту замечательную раковину или унитаз, которую, еще раз напоминаю, вы можете приобрести по адресу Складская, 36А, 6-й павильон, который находится между шашлычной и туалетом. А? Игорь Сергеевич, ну нет тут щуки, ловите на поплавок, я вам говорю. Щука-трофей. А карпиков ловят слабаки. Да вы на этих карпиках разгонитесь, а то без улова останетесь. Так, Паша, не нервируй меня, щука есть, только обед у нее. Эх, для ухи берег. Придется водочку вперед пустить. Хороша щука. Ой, прости, Эдик, я все вещи в стиралку закинула, из сухого только это осталось. Алло, Эдик, а ты когда домой? А я уже ужин приготовила. Танюш, я не могу, у меня тут куча работы, мне целый альбом до завтра надо поправить. Какой еще альбом? Да настолько плохой, что запросто может испортить репутацию моей студии. Все, давай, я здесь точно до утра. Ну ладно, подружки, поедем на студию. Ну, и где твоя гениальная вирусная реклама? Сейчас. Я вам точно говорю, 1 000 000 просмотров просто обеспечено. О! Унитазный хам. Ну, чем громче название, тем больше просмотров. Смотрите. Машину уберете? Нет. Потому что я везу людям качественную и очень недорогую сантехнику. Посмотрите сами. При чем тут ваша сантехника? Вы машину уберете или нет? Вот, я сейчас демонстрирую нашу продукцию, а потом я назову адрес нашего магазина. Смотрите. Улица Павильон, которая находится между и
здесь реклама? И что это за пи-пи-пи? Ты что, материшься? Я? Нет, вы что? Я рекламировал нашу продукцию, а они почему-то запикали. Ах, запикали. Вот сейчас можешь смело материться, потому что вы уволены, Всеволод Борисович. К чертовой бабушке! Слушайте, у вас тут точно щуки нет, а? Ну или кого-нибудь похожего на щуку. Нет, щуки нет. Кстати, хочу напомнить, что перелов рыбы у нас отдельно оплачивается. О, да какой перелов? Я тут пока один ловлю, но за предупреждение спасибо. Сейчас будет щука. Сейчас много щуки будет. Сергеич, это браконьерство. Щука-хищник? Я тоже по натуре хищник. У меня хищные способы ловлю. Отдай! Отдай! Татуировочки! Я смотрю, Лавр Лисфавол тебе покоя не дает. Привет, Таня. Хорошо, что ты приехал, сам собирался тебе уже звонить. Соскучился? Да, мне тут не до скуки. Помощь твоя нужна. А, так я как раз и приехал тебе помочь. Вот, расслабись. Ты какой-то напряженный был по телефону. Да не говори. Слушай, ты можешь Лизу с поезда встретить? Я сам собирался, но у меня тут такой завал. Слушай, ну я... Тань, выручай. Поставишь ей песню там в машине. Черт, ее же записать надо. Садись. Так, все очень просто. Нажимаешь кнопку, запись пошла. Еще раз нажимаешь, запись останавливается. Я тебе махну, когда начинать. Ага. Ну вот, перелов приличный, плюс штраф за незаконные способы ловли. Я же вас предупреждал. Извините, извините, правда, поверьте, больше такого не повторится. Да по мне, пусть повторяется. С вам в копеечку станет. Так, все, Сергеич, рыбалка закончена, собираемся. Я без щуки домой не уеду. Да? А? Тогда я уеду без тебя. Да? Да. А ключики от машины? Вот они. А я знал. Знал, что ты на рыбачке домой засобираешься. Нет, без щуки не уеду. Алло, Олесенька. В общем, едь сюда и вези живую щуку. Нет, нет, ты не ослышалась. Нет, Гугусик, я не пьян. Давай. Ты сидела напротив, ты стреляла глазами, твои губы, как птицы со мной говорили. Я не знал, что ответить, думал словами, они утопали в потоке мыслей. Я отрываюсь от земли, я лечу высоко, где же ты? Солнце мое. Ну, кажется, все. Как говорится, простите, если что не так. Хотя я, конечно, знаю, что не так. Но... Идите уже. Я и так на вас трачу слишком много времени. А! Унитазный хам! А я тебя в ролике Стопхам видел. Ну ты, я тебе скажу, мужик. Это реклама сантехники. Простите, а как вы нас нашли? В ролике же вся реклама была запикивалась. Так на коробке четко ваш адрес был виден. Он же прям в камеру его совал. А то, что мата много, так это для русского человека понятнее будет. Дескать, наша сантехника самая, ах, какая наша сантехника? 40 раковин и смесители к нему. Всеволод, обслужите клиента, раз такое дело. Ну, раз такое дело, вот сами обслуживайте. А то я слишком много времени трачу на все это. А жизнь проходит. Солнце
Мое? Все. Да, ты написал Лизе такую песню, а ведь мы с тобой переспали. Как мне теперь ей при встрече в глаза смотреть? Ну, Тань, было и было. Не заморачивайся. Лучше об этом не знать. И потом, это было давно, и с Лизой мы тогда не были вместе. Сейчас я тебе быстро на флешку сброшу, и ты поставишь в машине. Угу. Вот щука, живая вроде. Как папа. Да вот. Спокойно! Спокойно! Сейчас будет щука! Сколько щуки! На трех командах не убедете! Сергеич, нет! Папа! Сергей, живой? Ага. Щука, смотри, прямо в пакет залетела. Я же говорил, тут много щуки, много. Я отрываюсь от земли. Я лечу высоко, где? Где же ты? Солнце мое. Все. Классная, да? Очень. Да, ты написал Лизе такую песню, а ведь мы с тобой переспали. Как мне теперь ей при встрече в глаза смотреть? Ну, Тань, было и было. Не заморачивайся. Лучше об этом не знать. Это что, шутка? А, да нет, ты знаешь, это случайно записалось. Прости, я хотела сказать, но Эдик просил. Останови машину. Итого, форель 7 кг, 8 тысяч рублей. Белый мур 5 кг, 12 тысяч рублей. Так, поехали дальше. Сум. Так, 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 сум. Вот тебе, Лесенька, и новый диван из рыбьей чешуи. Красивые девчонки, девчонки, но только шконка, шконка. На 10 лет мне девчонка, девчонка. Ну как? Согласитесь, этот английский саунд с оттенками оазиса гораздо интересней. Вы что натворили, Эдуард? Это ж кошмар какой-то. Что с моим голосом? Где моя самобытность? И подпевка какая-то мерзкая. Да я же сделал лучше. Вы там пару раз мимо нот промазали, я выровнял. Что, я? Я промазал? Нет, это... Нет, тут только не надо оправдывать отсутствие элементарного слуха гнусной клеветой. Это у меня-то слуха нет. Вообще-то, когда я сказал пару раз промазали, я имел в виду пару сотен раз. Это уже слишком. На этом наше сотрудничество завершено. Навсегда. И, кстати, забудьте о вашей рекламе на моем альбоме. Прощайте. А вот за это вам огромное спасибо. Чего? Ничего. Фу, первый раз буду удалять свою работу с такой радостью. Фу. О, Лиза, а я тут. Ты спал с Татьяной? Лиза, погоди. Что случилось? Да или нет? Все, Эдик. Теперь точно все.